Фото 18-летней Екатерины Климовой восхитило фанатов. Артистка поделилась с поклонниками снимком в юности. Российская актриса театра и кино Екатерина Климова опубликовала на своей странице в Инстаграм архивное фото 24-летней давности. На черно-белом снимке запечатлена все та же знакомая зрителю симпатичная 18-летняя девушка с темными вьющимися волосами и пронзительным взглядом. Звезда фильма «Мы из будущего» рассказала, что когда-то она порвала фотографию, поскольку не нравилась сама себе. «Некрасивая, обыкновенная я какая-то», — написала Климова в подписи к публикации. Ее мама достала части фотокарточки из помойного ведра, склеила и сохранила, поделилась подробностями многодетная мать. В своем посте Екатерина поблагодарила ее за такое решение. Артистка также призналась, после всевозможных экспериментов над своей внешностью, всю осознанную жизнь будет стремиться к простоте и собственной индивидуальности. В комментариях к публикации фанаты Климовой восхитились тому, что 42-летняя знаменитость выглядит так же, как и в юности.